Всем привет! Пришла у нас посылочка от компании Sportfighter. Детские кроссовочки мы заказали, борцовки на ноги. Сейчас будем открывать и смотреть, что там пришло. Давай, Роман, распечатывай. Так, немножко помогли. Так, какой пакет покажи. Вот в таком пакете все это приходит. Накладная 260 получается за борцовочки мы отдали за эти. Сейчас мы их распечатаем и покажем. Ну чё, попробуй, как они. Ну, с огнитом. Они сделаны из такого материала прикольного, хорошо ногу обхватывают. Подошва прорезиненная. Ну-ка, покажи. Такая подошва прорезиненная, прошитая нитками. Вот тут снизу. Но должны крепкие быть. Надо же снять, как вот тут. Какие у вас кроссовочки. Все, завязал нормально. Давайте. Что у вас там нету? Пока еще нет. Ладно, все, да. Ну что, как? Два. Давай, тихо. Что, нормально? Второй идет. Молодец. Борцовки понравились? Да. Молодец. Только мне очень жарко. Да. Кто тут пришел у нас? Маму встречаем. Ой, Федя! Ой, Федя! Мама, передай ему спасибо. О, так круто. О, боже. Вот еще. О, ослепает. Открывается. Вау, мне еще ручку дали, наверное. Ой, три. Нет, это для левши ручки. Как? Вот первый выбор. Откуда ты знаешь? Это Пандер Бальди. Где Пандер? Атакующий. А это... А если леопард, у нее вроде вот эта защита. Ром, дай-ка мне вот сейчас. Арена, давай раскроем нормально, как я делаю. Давай, подожди. Подожди, не надо, давай я вот тут. Надо с этой стороны. Да нет, подожди, Дима. Не трогай. Не трогай, Дима, не рви, аккуратно. Всем привет, мы будем испытывать новые Бейблейды. Сейчас мы попробуем на... Вот
там вода включается. Ну, а второго же нам тоже запускать? Сейчас. Да. Тоже. Димон победил. На этой арене как сумасшедший, да, крутится вообще. Да. Димон опять победил. Ну, я не знаю. Ничья. Мам, я остановилась, а... Все. На этой арене победил Дружба. Нет. Так, кто напишет... Подписчики, кто да. вот на этой арене победил? Ладно. Пойдем по кругу, да, который? О, да, он вытолкнул. Ничего себе. Видишь, Ром, давай сними. Давай, Дим. Пусти. Разобрался, ну все. Ром же выиграл. Ладно, Ром. Ладно, Дим, пусть побеждаю. Роман разок победит хоть. Давай ты еще раз для взрыва. Да, взрыва, видишь? Нет, ну Ром, ну уже это будет. Да, ты что? Сейчас мама придет скоро. Все, ладно, давайте. Такие крутые бейблэды не принес красный папа. Принес. Красный папа, ну, подарила, нет?